Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте «Всем миром» с 2013 года. Хотела поговорить на такую тему. Вот мой кабинет. Некоторые думают, что вот эти вот начисления, финансовая помощь, которая приходит в мой адрес, это просто фантики, либо цифры на экране. Давайте разбираться. У меня в кабинете привязан Payeer кошелек. Финансовая помощь, минуя проект, приходит сразу мне на кошелек. Вот мой Payeer кошелек. Смотрите, $3 за вычетом комиссии, $3, $3. Если мы откроем транзакции, то мы увидим. Вот марафон. Следующее. Марафон. Следующий перевод. Марафон. Из Payeer кошелька, кто не знает, можно вывести денежки сразу. Если у вас долларовая карта, значит, можете сразу вывести в долларах. Если у вас карточка рублевая, значит, нажимаем «Обменять». Здесь выбираем выбор счета «Доллары». Здесь выбираем выбор счета «Рубли». Здесь пишем «Отдаю столько-то долларов, получаем столько рублей». Но я сейчас не буду менять, мне не нужно. И переводим на карту. Выбираем платежную систему. Вот здесь вот вы выбираете карточка Visa, либо Maestro, либо MasterCard. Будут проценты 1,99%, минималка 35 рублей. Пишите номер карты, пишите сумму и нажимаете перевести. Буквально 2-3 минуты и денежка будет у вас уже на карте. Вот как я выводила. Здесь показан вывод. Вот карточка Visa, транзакцию откроем, все выполнен. На мой номер карты 3300 рублей. С комиссии получилось 3365 рублей. То есть 65 рублей с 3300 взяли комиссию. То есть, друзья, это не цифры на экране, это реальная финансовая помощь, которую вы можете вывести на свою карту. Ну, а как из карты снять наличные, уже мне не нужно рассказывать. Да вообще сейчас уже весь мир на безналичной оплате. Я уже не снимаю наличные, давным-давно расплачиваюсь своей карточкой либо телефоном прямо в магазине. Всем пока-пока! Моя реферальная ссылка находится под этим видео.